Нынешний весной поисковый батальон Вооруженных сил Республики Беларусь при участии судебно-медицинских экспертов проводили рекогностировочные работы на территории возле памятного знака на могиле более 2000 мирных жителей, замученных фашистскими захватчиками в 1941-44 годах. Специалисты достоверно подтвердили местонахождение могилы, давность захоронения обнаруженных останков, а также установили количество людей, которым они принадлежат. С апреля 2021 года, когда было Генеральной прокуратурой возбуждено это уголовное дело, нашими экспертами проведено более 200 экспертиз. Большинство из них это медико-криминалистические и баллистические. Так, в ходе проведения экспертиз медико-криминалистических экспертами исследовано более 500 тысяч объектов. В ходе проведения баллистических экспертиз более 30 тысяч объектов. Мы делаем очень важное дело в рамках проекта «Цифровая звезда», инициатором которого был Белорусский республиканский союз молодежи. Мы переносим все данные о памяти наших воинов погибших, гражданского населения, о зверствах фашистов и их пособников в то пространство цифровое, которое нельзя разрушить, поломать. Это очень важно. Такой интерактивный патриотический проект «Цифровая звезда», реализуемый БРСМ, в первую очередь направлен на развитие интереса и уважения к памятникам боевой славы, увековечившим трагические и героические события прошлого, сохранение историко-культурного наследия Беларуси. Сегодня каждому знаковому месту присваивается QR-код, через который производится переход на страницу сайта проекта с информацией об объекте. Мы открываем табличку совместно с комитетом судебной экспертизы. Это наша постоянная работа, это поисковая работа. Очень важно, что отвлекается не только молодежь, но и трудовые коллективы, и силовые структуры. Потому что действительно сохранение исторической памяти очень важно для всех белорусов, для каждого белоруса. А когда ты готовишь информацию, когда ты изучаешь информацию, ты понимаешь, какие трагические события были на нашей Брестской земле. Очень важно о том, что наше дело достучаться до каждого белоруса, достучаться особенно до молодежи. Потому что и этот проект им позволит действительно стать чуть-чуть ближе, чтобы молодежь помнила. Памятник на улице Героев обороны Брестской крепости был установлен в 1998 году. Сегодня рядом с ним, как и сотнями других памятных мест Великой Отечественной, установлена табличка с QR-кодом. Сегодня нужно сохранять свидетельства о тех событиях и людях, в память о которых они возведены. Очень важно, что сегодня старшее поколение, молодежь, совместными усилиями сохраняет ее, размещая информацию в цифровом поле. Является закрытым.